Напомню, что у Джафа у нас четверо внуков. Сегодня мы едем на день рождения среднего внука Ача. И сейчас мы в дороге. Я уже рассказывала, как проходят дни рождения в Австралии. И показывала мне из видео. Это все проходит достаточно просто. Люди собираются для того, чтобы пообщаться, увидеть друг друга. В общем, торт. Иногда собираются просто на торт, на чаепитие. Иногда устраивают какие-то барбекю. Барбекю. Сейчас уменьшим я звук. Потому что YouTube иногда просто запрещает воспроизводить какие-то композиции музыкальные. Вот эта эрия называется Сонли. Очень хорошая эрия, мне очень нравится. Здесь, как во многих районах города Перта, очень все аккуратно, красиво. Домики, как и везде. Ну так, аккуратненькая, красивая эрия. Все уже приехали, мы последние опаздываем. What do you want, Vincent? Can you move, please, sweetheart? I'm not going to cut you. Can you just start eating first, and then I'll get you. Dinosaur's going to get his head cut off if he's not careful. There's a big goldfish in lake like this. This one? No, no, where we live. Друзья мои, сейчас мы находимся на берегу озера, которое находится не так далеко от нашего дома. Я раньше вам показывала это озеро. Посмотрите. И я хочу вам показать золотую рыбку, которая у нас находится в этом озере. Удивительно, ее обнаружил мой муж Джозеф. Он гуляет каждое утро с собакой и был очень удивлен, когда увидел одним прекрасным утром вот такую золотую рыбку. Достаточно внушительных размеров. Поэтому сейчас я вам покажу ее, вы тоже удивитесь. Вот оно, наше озеро. Оно наполнено сейчас водой, потому что совсем недавно прошли дожди, несколько дней были дожди. И вот сейчас мы с вами поищем, где здесь плавает золотая рыбка. Сейчас мы ее найдем. Совсем недавно у нас появились водяные курочки, которые совсем ручные, вот они плывут к нам, чтобы мы их покормили. И с маленькими птенчиками. В общем, конечно, очень хорошо. Утки, водяные курочки, да еще золотая рыбка появилась. Надо загадывать желание. Смотрите, друзья мои, золотая рыбка у нас в нашем прудике появилась. Вот выросла больших размеров, между прочим.
Это водяные курочки. Плывут к нам водяные курочки. Смотрите, какая рыбка. Goldfish. Ого. Погулять. Сегодня воскресный день, поэтому мы проводим его с максимальной пользой для нашей семьи. Снимаю для вас специально, чтобы вы посмотрели перт с разных сторон, в разных местах, потому что мне бы было интересно, например, тоже посмотреть, как выглядит город. Ну вот мы и на набережной. Прекрасное место для отдыха, прекрасное место для обеда. И вот смотрите, сколько людей обедают на свежем воздухе. Очень такой красивый вид, очень. Пойдемте сейчас. Outside. Мы тоже сядем. Найдем сейчас какой-нибудь столик и сядем вот так вот с видом на набережную. Возможно, здесь есть. Нашли мы столик. Я обожаю это кафе, потому что оно находится в очень хорошем месте. И всегда приятно на природе покушать, расслабиться, посмотреть на великолепный вид окружающий тебя. Очень люблю это место. И очень хорошо здесь иметь ланч, когда хорошая погода. Вот как сейчас. Ни холодно, ни жарко. И ветра нет практически. В общем, замечательная погода, замечательный день воскресный. Мы обычно заказываем микс морепродуктов. То есть чайки кричат. Чайки, конечно, здесь они очень активные. Куда тут без чаек? Если, не дай бог, оставят неубранные столы после обедающих людей, то чайки, конечно, здесь сядут на столики и все начинают клевать, доедать. Очень такое зрелище веселое. Так что, друзья мои, наслаждаемся мы каждым моментом, вот именно таким, когда можно созерцать и прекрасный вид, и иметь хороший ланч. Сейчас покажу вам. Всем
желаю приятного отдыха, хороших выходных. В общем, проводить время в удовольствии надо. А для этого просто надо выходить на природу, общаться с природой. Это мой взгляд. Общаться с друзьями. То есть всего лишь для счастья немного надо. Надо иметь хорошее настроение и самому создавать это настроение, я так считаю. Если сам позитивно настроен, то любое действие, любой поход, он будет плодотворен. Всем хорошего настроения, друзья мои. Вот такой великолепный вид. Тут и вода, тут и корабли. Все вместе. Просто чудо для отдыха. Сюда мы приехали втроем. Моя доченька. Валюша, say hello for everybody. Hello. Привет. Привет всем. И Джозеф, конечно. Сейчас я его покажу вам, чтобы он не выпил спокойно. Джозеф. Hello. Привет. Привет. И вот такой у нас столик вот в таком прекрасном месте. Сейчас покажу вам. Столько много людей сегодня. В этом месте всегда очень много народу, потому что здесь морепродукты. Люди любят морепродукты. И как бы здесь очень вкусно. И не так уж дорого. Есть? How much this price for combi mix? For all three or just no, one? For one. $29. Вот такой приборчик выдается. И когда готово на блюдо, тогда он начинает сигналить. И уже идут люди за готовые блюда. Смотрите, вот мы взяли микс морепродуктов. Здесь и вот это кальмары здесь. Рыбка на шампурчике и морские гребешки и салатик. У дочи рис, семга, рыбка с салатиком. У Джозефа показываю, как у меня. Вот так, так у нас ланч проходит. Бон аппетит! И вот мы взяли десерт. Кофе флет вайт. Турецкий... Туркиш, what's name? Turkish delight. А, рахат лукум. Рахат лукум? Лана? You want to put on floor now? Так. Okay. Такие конфетки на вечер. Немножко мы поедим. Вечерком с дочей. Все, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всем приятного отдыха. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.